Расследование дела экс-министра Дениса Пашкова возобновится в феврале. Сегодня об этом заявили в Краевом следственном комитете. Напомним, чиновника обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, выделенных из краевой казны заводу «Сибтяжмаш». Информация о причастности Дениса Пашкова к уводу десятков миллионов рублей, которые должны были спасти «Сибтяжмаш» от банкротства, оперативники подтвердили весной прошлого года после обыска и изъятия документации в Минпроме. Следователи уверены, министр знал о махинациях и активно участвовал в хищении. Однако дело приостановили. Главный обвиняемый неожиданно заболел. Ему до сих пор приходится лечиться в одной из европейских клиник. Следственный комитет активно интересуется состоянием здоровья Пашкова. Следователи периодически общаются с экс-министром по телефону и на всякий случай держат Интерпол в курсе событий. Он привлекается к уголовной ответственности. Позиция наша по этому вопросу остается неизменной. Последние даты возможного его выздоровления и возвращения на территорию Российской Федерации называлась конец января. Вот. В оперативном режиме все эти вопросы отслеживаются.